житель Бразилии по имени Хосе Рамос пошел на обычную прогулку со своей собакой по кличке Ики. В один момент песик как будто провалился сквозь землю. После двух дней активных поисков, просматривая группы в соцсетях, мужчина заметил знакомую мордочку. На одной фотографии был пес, которого недавно спасли в их округе, и у него были такие же пятна на шерсти, как и у Ики. Приехав забрать Ики, мужчина позвал его по имени, а пес сразу побежал навстречу, активно виляя хвостом. Песик был в прекрасном настроении, и у него было все в порядке со здоровьем. Рамос повез пса домой, где он вел себя совершенно обычно, и был счастлив снова почувствовать заботу. Правда, когда радость немного отступила, уже на следующий день хозяин заметил, что с его Ики что-то не так. Пятна на шерсти пса были совсем другими. А когда он сравнил фотографии своего Ики, и понял, перед ним не его пес. Они были в шоке и поссорились так, как уже успели полюбить его, и даже дали ему кличку Пала. После этого хозяева оперативно начали вновь искать любимца. Рамос снова зашел в онлайн-группы, и нашел фотографию похожего пса, которого нашли на улице. На этот раз он сразу поехал на проверку, и, к счастью, это оказался настоящий Ики. Хозяин был рад долгожданному воссоединению с питомцем. Самые хорошие новости в том, что семья решила оставить у себя и Пала. Теперь у них два пса, которые очень похожи друг на друга. А вы что думаете об этой истории? Пишите в комментариях, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь. Отдельная благодарность за репост. Не забывайте прожать колокол, чтобы не пропускать новые истории. Спасение и обзоры.